Всем привет! Я на Food City снова. Позвонили мне из Фантазии, сказали, что продаются тилансии. По 100 рублей я купила. Одна 100 рублей, вторая 100 рублей. Вот честно, не помню, есть у меня такие, нету. Но купила недорого. Очень они красивые. Вот такие вот. И покажу вам. Думала, еще привезли какие-нибудь новиночки к 8 марта. Но зашла и теперь не знаю, что мне делать. Получается, акция 290 и 390 рублей. Смотрите. Три ствола. Вот такой пышный куст 390 рублей. Ну, правда, опять же, из точки роста цветоносик. Какая красота. Получается один цветоносик 290 рублей. Такие корешочки. А вот какая красотка. Тоже один цветонос 290 рублей. Какие корни. Мне очень нравится вот этот, но он у меня есть. Я купила. Смотрите, цветоносик идет еще. И вот такая вот расцветка просто. Знаете, у него очень большой цветок на самом деле, в диаметре. Очень он красивый, он темный такой, ляпистый. И аккуратный такой вот у него рисунок. Как же красиво создан он. Получается, вон какой кустик. Вон какие корни. Получается, он... один цветонос 290 рублей. Ну, вот такие вот корешочки. Компилатиум, если правильно произношу, но шикарный он. Еще мне вот такая вот расцветочка нравится. Очень нравится. Нежная. Зебра пушистая. Так, 390, значит, будет. Он желтенький. Красавчик. Похож на мой. Очень похож на мой, который я не так давно показывала, что цветет. Но мой Алдура. А это пиксик. Пикси, а тут не знаю, как. Ну, пикси. Еще перед этим словом пикси есть какое-то слово, но не видно. О, мультифлорка. Сколько мультифлор? Ага. Один получается. Цветоносик, и получается она 290. Беленькие невесты. Вот это красивая. Это будет три цветоноса. 390. Желтенькая. Ну, один цветонос 290. Я все забываю. О, чармер есть, смотрите. Чармер. Ну, у меня чармер есть. Так, получается один цветонос. О, красавец какой, а! И боковые ответвления. Вон какие корни. Чармер получается один цветонос 290. Вон какие корешки хорошие. Красавец и стволик. Ну, у меня есть чармер, так что... Вон какой... Вот далматинчики. Я показывала свои далматинчики. Красавцы. Вот такая мультифлорка. Желтенький. Вечером забежала. Сейчас уже 6 часов вечера. Что мульти, значит, минички, вон какие красивые беленькие мои невесты. Но я беленькую не хочу, потому что у меня их много уцененных, когда я покупала давным-давно, не цветущие. И я думаю, что у меня на самом деле очень много белых. Я не думаю, что у меня все красивые цветные.
вот этот очень красивый. Очень красивый. Ну, какой красивый ствол. Миди, но такой у него ствол жирненький, мощный. Ну, пожелаю чармеру, чтобы ему достался любящий хозяин или хозяйка. А еще вот этот очень красивый. Он бледно-розовый, но губа у него просто потрясающая. Просто настолько... Ну, просто... Golden Beauty. Или это не Golden Beauty? Голден. Очень похож на Golden Beauty. Смотрите, какие корешки у этого. Сейчас покажу. Далматинчика. Но он не далматинчик, просто я его так зову. Ну вот эта губа просто. Как зовут себя красавчик? А зовут мы не знаем как. Но красивый. Очень красивый. Бледная губа такая вся полосатая. Так, вон там еще красавчик стоит. Так, здесь получается, смотрите, какой красавчик. Один цветонос, но 290 рублей, смотрите. Прям ветвится весь. А вот этот мне тоже нравится, он темненький, самый темный такой, вот такой. Камера чуть-чуть. Вот этот темненький, он очень красивый. Даже вот по сравнению, смотрите, вот этот фиолетовый, такой розовый фиолетовый. А здесь как такая темная-темная губа, очень красивый. Сколько красавчиков. Белые шикарные. Так, а вот этот очень красивый. У него такая губа. Он белый, а губа такая рыжа-желтая. Желтенький Яра Бирт, если я не ошибаюсь. Ой, сейчас посмотрю. Нет, это Феррара. Вот я. Да, Феррара. Вот такие вот корни. Но есть и хорошие корешки. Есть желтенькие. Но Феррара очень красивая. Получается... Такие у нее лепесточки, как будто рваные, но при этом такие вот, как бабочка. Ну, конечно, не бабочка, но... Такие. Какой огромный белый цветок. Вот тоже красивая. Ну, не зебра, но красотка. Так, а здесь, ну, здесь вот такие вот. Ну, получается, вот, допустим, вот такой. 290 рублей. Беленький. Корешков мало. Кембридж. Но есть, на самом деле, очень классные. Есть чего выбрать. Тоже Кембридж. Вот тот очень красивый, очень. На этом все. Буду прощаться. Так что, ребят, фантазии есть в Тилансе. Кто любит, очень-очень дешево. Их там целая коробочка такая. Я у себя в Инстаграме выложу фотку с ними. Там, ну, там 2-3 сорта точно разных. Даже 4, наверное. Сорта разных Тилансий. Вот. Ну и фаленопсисы. Девчонки сказали, что будет очень много. Большой завоз на 8 марта. Так что приеду, поснимаю. Все, всех люблю, спасибо за лайки. До скорых встреч, пока-пока. Забыла вам показать чай. Вот здесь он по 100 рублей, ну, правда, лысенький такой, но 100 рублей. Вот здесь побольше, по 200 рублей. Получается
сказали, что можно его выращивать на подоконнике, отрывать листочки, как-то сушить. Белый, зеленый, черный чай делать. И заваривать, пить. Ну а что, интересно, я вот чай себе возьму. Постоит у меня пока вот на кухне, а потом я его на балкон отправлю. Потому что ну, не смогла я устоять. Смотрите, какой интересный. Ну и вот здесь по 100. Я даже можно по 100 рублей взять. Я думаю, он приживется, примется. Ну какие два яичка, кактусика. Вот такие вот цветочки здесь получаются. Все, теперь все, побежала я домой. Всем пока, до скорых встреч.